успех всегда стоит за отношением. Что я сказал? Успех всегда стоит за отношением. Как относишься, ты получишь такой результат. Внимание, как ты относишься, ты получишь такой результат. Кто из вас заметил, что те предметы, которые вы хорошо относились, более внимательно относились, вы на них все равно пятерку и хорошо учитесь. Те предметы, которые вы тап-ляп готовили, те предметы, которые внимательно не относились, то есть внимание не обращали, эти предметы у вас плохо удалось. Есть такое? Да. Значит, успех стоит за что? За отношения. Получается, что успех не зависит, то есть успех, по крайней мере, по большей степени зависит от отношений.